До меня дошла информация в личном ВКонтакте, как бы там я группу создала. Вот, то, что сегодня утром проезжала девушка, видела, что разбирают киоски и уносят цветы. Как бы, естественно, я сразу отреагировала, начала все отзывания, всех звонить, к сожалению, все на работе. Вот, мы приехали сюда проконтролировать, чтобы цветы не трогали, потому что 70% цветов уже убрали, уже выкинули. Вот. То есть, опять же, узнать, что почему с киоском, потому что изначально мы договаривались с хозяином киоска до 40 дней. Киоск остается, но его, не, ну, его никто трогать не будет, потом как бы его сносят. Но у нас, кстати, я не помню, фамилию сейчас, сказал убрать киоск. То есть вам не объяснили, почему вы обещали все равно не трогать, а сейчас... Не без объяснений. Абсолютно. Но сейчас вы просто хотите проконтролировать? Да, проконтролировать, чтобы цветы, хотя бы игрушки не трогали, потому что 70% уже этого всего нет. Сегодня у нас в 8 вечера состоится встреча с роднёй. То есть люди, которые неравнодушны. И все вот это, все цветы и игрушки должны быть унесены на кладбище. Непосредственно погибших. А еще раз, кто обещал вам до 40 дней не трогать? Хозяин киоска. То есть мы разговаривали с хозяином киоска. То есть он сказал, что ну, как бы я его трогать не буду. Изначально я спросила, почему он вообще не приехал на место родителя, потому что этого смысла нет. Вот, но на 40 дней он сказал, что трогать не буду. Потом мы писали его в администрацию, и все как бы везде. Его как бы и не трогали. Первый раз дали указание, чтобы убрать киоск, его не стали убирать. А сейчас я считаю, что это все-таки визит у них видео передали, решили все убрать.